Каску дали, кулак забрали. Ну да. Значит, думал. ГП паладином. Короче, паладины, не бафаем их. Сейчас увидим реальный ДПС. Ты не вырубаешься? Мне нужен реальный товар. Типа 270-й роги. О, Войт, ты что, танчить будешь? К сожалению. Там еще рарник сидит, чилит. А я где буду тьму? Рарника сюда, в рейд нахуй. Второй пал нужен в тьму нахуй. Бля, на Они, Они убить. Какая Оня нахуй? Давай быстрее. Че вы стоите, всех мобов убили или че? Пиздец, Они заставили ливнуть, ебаный стыд. А где квест делать потом квест? Запускаем. Только не Оня, бля. Это же квест. У тебя есть еще время, мы еще этих миников бьем. Миников, ну ебашим. Забирай, короче, второго, я последнего заберу. У тебя там ревность, да? Попрофить не будет. Веланир сделали мне, а Велания хилит нахуй. Охуенно. Не считаю, да. Ты чё, пусть танчит, ебать. Сам танчит. А ты похилишь. Все логично? Кринж. Надо еще шем сделать и начать танчить паладином. Так это у нас уже это, тенденция шла. Собираем ВХ в этот шем, и ты либо хилишь, либо танчишь. Либо другого вообще, перса пересаживаешься. Вообще гениально, ну, да. Собрать Авелани и Шем, короче, и просто, ну, его на танка загнать. Потом Веланир собрать, чтобы он просто сидел и смотрел на шмотки. А что там с... Че, я не того забрал? Угу. Хм? Воет жадный. Стелси разъебал. Бывает. Она так вскрикнула. Зачем тела покидаешь? Надо было. Мы не можем просто вести в центр круга боссов. Мы к краю ведем. А вам наоборот в центре надо позиционироваться. Могло произойти. Поэтому ты босса в центр развернул и уебал его. Да, да, чтоб мы подъебало встали. Не знаю, что с РС-ки забирать нахуй. Всем все надо нахуй. Ну что там кто-то офнулся, еще есть хилов что ли? Стелс и бидон еще улетел. Че, реально мне кулак не дадите или что, ёпта мать? Не дадим. Подождёшь. Ливай с рейда. Ливай, похуй. Ливай прямо сейчас. ГП ждёт. Пиздец вы злые, конечно. Ну а хули он это самое, ну? Хули он это самое? А что это вот? А что это он меня оскорбляет? Аренья, бля, какого хуя, бля, что за беспредел, бля? Я понял, понял. Блядь. Дедовщина! Я понял. Нет, я понял, но хуя он понял. Кто, блядь, пизданул-то? Хм. Понял. Вы заебёте, блядь, пулить раньше времени, а? Ты чё, нормал-то не сел? Боя нет, если что. Я шмотки до конца, блядь, не переодел.
Костовые, да? Так ты, да. Блядь, сделай бинт. Так надо пересохранить. Там кто-то застрял. Пиздайте. Косяк. Что там слово? Где таунт был во время... Как дела? Кто-то другую хуйню нажимал. А мы уже поняли. Может, забыл уже, где, какие кнопки на этом тасе. Нихуя так тасов не понерфили, смотри сколько да. Четвертое пробитие у Войда. Четыре пробития. Пятое пробитие. Это дырявый прям. Это как эти ебаные американские юмористические шоу нахуй. Где челики что-то шутят, что-то потом такой хохот зала, ебать, доносится. Ну. Я чувствую, у нас такая же хуйня скоро будет. Да чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, ну, проплатить. Интересно, как профессия называется тех, кто смеется за деньги, нахуй? Хохотуны, нахуй, или как? Телесуфлёр, блин. Ну, что-то типа того, ну. Суфлёр, блядь. Суфлер это тебе показывает эту табличку с текстом, наверное. Костя, у тебя есть сопротивление? Суфлер, блядь, я тут любит суфле, заебали. Ага. Суфлер. Сразу там пожелание, кто... Нет, по-моему. Да, это на сюда раздал. Суфлер это тот, кто любит вафли? За это получается. Раздал. Получается? Да, и Глебу сопрот. Да, признайте сопротивление. Кто любит вафли, плюс чат. Войт, а можете так 2000 голды дать, а ты меня типа начислишь? О, блядь. Вот мы сейчас пришли вот это вот делать, да? Так это секундное дело. Ну да, конечно, давайте все скидывайте нахуй. Ладно, по. Блядь, одному сказал, второй сыпет, ебать. Да это не мои деньги, я потом забуду, блядь, ты заебал. А кто это? Это Стелси, блядь, мне скинула, думала я выдаю. Не хочешь, я заберу себе, блядь. Стелси скинул, я ее не записывал. Мне же еще записывать надо, блядь. Ну хули, ждите, стойте, хули, раз такая пляска, нахуй. Мы же... Давай, описывай. Мы же пришли, пошел. Блядь. В натуре, блядь. Пришли позаписывать, блядь. Что потеки? Если не записывать, как я буду запоминать, кто мне еще скидывает, блядь? Асклероз уже, да? Ну ебать, запомни, 40 ников. 40 минут до концерта я скидываю вот эти. Так. Два раза кинуть можно? Первая пати дамажит в тьме. Такс. Так, было видно. Почему водит? А у кого-то есть СПДшная баночка ЛКшная? Я тьму танчу. Вилаша свет, Лингрен мелких. Во тьме еще я, короче... вместе с первой дамажит Кирсори и Призон. Вов-лов, в свету бьешь мелких. Ну и босса. Ну охуенно ты придумал, только, блядь, один пал во тьме. Авелания и друид-инвалид. И кто там? Ну и Транквила. Мне во тьму, да? Кому пришел? Т
Тренгрила, да, в тьму. Окей. Там... Лингрен, да, на трэш? Значит, да. Два шамана, стелси бидон и не люблю щиты, вы в свету не пробите Юлю и Лингрена, ну и метки там. Метки, соответственно, первая, третья, не люблю щиты. Во тьме кто будет? Рюденвалит или Танквилл? Ну, давайте я... Заходите за линию. Ой, это можно сопрот? Ну да, я обмен. Угу. Спасибо. Тебе что, продукс? Глеб, ну, тогда я первый, ты второй. Фридом. Что? Что второй? Банку. Фридом, фридом. Нахуя тебе собрать? Сету не надо собрать. Угу. Не сорвите агро только. Бежали. Напоминаю, если на МТ на Юлю падает в свету метеор, то она поворачивает лицо босса туда, где стоял рейд. Босс передвигается туда, где был хвост. Босс поворачивается на 90 градусов. Чтобы голем был с одной стороны, рейд с другой. Стопните по боссу. Сначала мелких убьем, потом переводить. Стопните, не бейте. Автоатаки останьтесь. Если что, то сделаю. Я понял, но. Второй фридом. Еще можете переводить. Треугольника заходите. Тебя агро видно, вы? Мэтфок. К сожалению. Так, вроде этот сектор, на. Да? Начинаем, короче, двигаться. Двигаемся. Как дела, стелс? Не заходи. Вам вообще бидон. Стой там, короче. Никогда больше не заходи, тьму. Стой в свету. Там только не люблю щиты и стелси вас, чтобы танка поднять. Сразу волной начнешь танка хилить на третьей фазе, когда босс появится в свету. Один процент, смотрим. Метку дожидаться будем. Метку на край. Авилане выноси. Портал. Сейчас уже лезвие будет, но... Вон портал, блин. На танке. В танке, все в звездочку. Я встану. Там притормозите во тьме, не бейте. Свет, это тьма, не бейте. Пиздуйте быстрее туда, кто там, блядь, РДДшники. Давай я сейчас, Глеб. Угу. Если не сложно, там да, говори. Я могу. Окей. Трэш. Перебегайте, метеор.
там Вадикон, ты мертвый, интересно? Да, да, меня убили. Мэтфокс может резнуть меня? Должен резнуть, давайте. Сейчас твоя, Хлеб. Угу. Пасифию поднимаю. Ебать, лага. Когда 60 по боссу подыгрываете, свет. Метеорит. Будет 50 сразу, трэш бейте. Ой, друид, не беги пока, подожди. Выноси, давай. Да ему некуда, там две лужи. Главное, чтобы свет из-за этого не пострадал. Олег, твоя сейчас. Низ больше. Херсоры. Свет босса не трогайте. 40. Так, а что, не прохилили? Кого не прохилили? Меня. У нас танк есть здесь вообще? Холдрин, как дела? Ой. Метеор. Ахуй, понял, блядь. Дальше чуть-чуть. Метеор близко, очень. Блядь, не... А, ладно. Не любишь ты пули мёртвые? Рейснуть тем. Там нету БРов. Либо так добьете, либо забывает нахуй. Глеб, нужно, короче, тебе метки кидать. Кидай только на хилов, остальные пусть хуй сосут, захиливай просто и все. Понял. Давай когда гиру давать. Сейчас 50%, сейчас свет по боссу стоп. Вы видите проценты? Метеорит перебегает. Ну а танки все в танке, плюсы. Не выпонизись только, блядь. 50, ждите 60 и будете по боссу тогда играть. Пока трэш побейте. Бля, я хуй знаю, что. Меня эти... Новый сет убивает. Ну, с цели, с которыми ты в бою, видать. По боссу, да? Ну, они, типа, я начинаю стоп, играть на элем. У тебя тьма не стопает, тьма бьет. Сету надо 50-60, чтобы было. Даже 70 нормально. Вот, метеорит. Тормозите пока, свет притормозите пока по боссу. На автоатаке там только роги играют. Там бидон высох. Трэш убьете, вы резайте ману, блять. Как-то, блять. Возложение дайте. Маленьких забирайте, Савелаш. Ну, после этого трэша Геру. Все, давайте Геру и добивайте. Уже можно, наверное, 4, Геру играть. 4 лямы, и там, и там. Не трогайте трэш. В тьме призом, у давай у вас Геру. Там хилы просели, сухие. Маны не что, ничего. Добивайте 2 ляма. Завелашу прохильте. Помогайте, а, все, едем. Добивайте быстрее. Ничего. Перебегите. Ну да, да нормальная рыска. Молодцы. Опа. Хавелут. Опа, я понравился. Ебать, 2 пояса, нихуя себе. Но. Чё, как дела, мужики, ёпта? Да пиздец, за мусором заходим, за всяким. Не, давайте еще обычку закроем сразу. Пояс на шамана близко. Давай, закроем. Чё, как там? Реворк. Так, сейчас там реворк, ёпта. Сейчас обычку пойдем. Я пойду ретриком подамажу. Сами там все потанчите, похилите. Пояс на шамана. Я тоже подамажу тогда. Может кто-то и по релет, я думаю. Какой тебе ретрик? Так, Лингрен. Давайте зерганем, блядь. Лингрен, тебе отдать или Вика Сифилису? Сифилису. Ну и 2 пояса надо кому-то эти говняны? Да, да, шаману надо. И стелси он второй хочет. Так. Бидон выше. А тебе что, Вилане не надо, да? Ну, я только если никому пока... не надо, то я по кнопке консул буду забирать. Я такой. Значит, Заломаныч и бидон забирают, да? Стелси ниже вас. Да. Ну, получается так. Пока. У меня не спускается Сирус. Ой, блядь. Так. Бля, это так поразительно, я замутил Заханыча, и так стало тихо в Дискорде, это просто жесть, я в ахуе. Сенста, выходите.
Или начните, вы ливните, начните кто-то сам собирать. Сейчас пока перезайду на пау.